Что произошло? Я иду домой в Анере. Когда ты шел домой? Где-то 11. Сегодня? Сегодня. В 11 утра? Да. 11 утра. Я иду домой, они хватили меня и говорят, давай ты нахуй, пока ты. И они вот тут тупо вошли, и я бегу убежал. Помогите телефон найти. Это русские военные, да. Военные? Да. Были с оружием? Да. Болоть, скажи, ты инвалид какой группы? Целая группа. Какой диагноз? У меня Антон. Как? Ну, я плохо говорю. Ну вот, мы видим все, что происходит. Вот они, вот, инвалид. Те, которых в Украине берегут, опекают, платят пособия. Русский освободитель отбирает телефоны. Володя, мы постараемся. Мне плохо, да мне плохо. Володь, я тебя очень прошу, успокойся.